Более 220 тысяч кредитных карт выдано в Самарской области за 10 месяцев этого года. На 97% больше, чем год назад. Тенденция наблюдается во всех регионах страны. Лидером по выдаче кредиток стала Москва – больше 550 тысяч. Второе место у Московской области – почти 431 тысяча. Третья строчка – за Краснодарским краем – почти 330 тысяч. Самарская область по числу выданных кредиток занимает 13 место среди 40 регионов-лидеров.